Друзья, всем привет! Вы на канале Данилыч Гадзилыч. И сегодня Данилыч Гадзилыч, который вот там ходит, будет развивать мелкую моторику рук. Данилыч Гадзилыч, иди сюда. На. Смотри, что мы тебе приготовили. Мокрые игрушки. Так, это мука. Видишь, это ложка. Она делается вот так. Так, подождите. Ну-ка, давайте попробуйте сами. Так. А можно еще, смотри, вот так, вот так, рукой, вот так. Нет, вот так, смотри, вот так берешь, так, смотри, вот так. И сыпешь. Ну-ка, ну-ка, вот, молодец, садись. Вот, между ножек. Вот так. 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 Данилыч Гадзилыч. Вот смотрите, что можно делать с манкой. Так. Нет, вот смотрите. Вот так. Хоп. Хоп. Ой-ой-ой-ой-ой. Данилыч Гадзилыч, посмотрите, пожалуйста. Так, так, так. Хорошо, что мама предусмотрительно постелила коврик. Смотри, вот это можно брать и вот так обратно. Рассыпать можно на себе. Так, вот смотри, что можно делать. Вот дай руку. Руку дай. Вот так руку дай. Вот руку дай, вот так. Вот руку вот так дай, смотри. Так, подожди, подожди, подожди. Так, так, так. Не надо на себя высыпать. Тебе так уже мордаха вся сманится. Так, что там? Прикольно вам затея придумала, да? Развивать моторику. Подожди, подожди, ну-ка. Это будет финальный аккорд, да? После этого аккорда ты пойдешь стираться, да? Вот, сюда вот так делай. Джам, джам, джам. Вот, смотри, что мама сейчас сделает. Подожди, подожди, подожди. Сейчас сначала вот так сделаем. Видишь, мама что сделала? Оп, утку можно спрятать. Видишь, утки, нету утки, все, нету утки, нету, нету, нету утки. Оп, закопали. Все, нету утки, видишь? Так, и финальный штрих. Нет. На. Где утка? А, нету утки. Так, 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 так. Попрошу маму тебе завтра из этой манки кашу сварить. На. Чего? Пыхтишь, как паровоз. Так, 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 на. Вот что за это съесть? Дай, 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 дай. Напомню, Данилу Гадзилычу год и месяц уже. Уже большой чувак, самостоятельный. Да, Данич? На. Вот так, смотри, вот так. Оп. 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 Так, 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 так. Ну что, уважаемые подписчики, я думаю, вы поняли, как на первых этапах Данил развивает моторику, играет с манкой. Главное, чтобы полбу не прилетело оттуда ничего. Да? Скажи пока своим подписчикам. Скажи пока. Ну, рассыпать ты всегда успеешь. Пока скажи подписчикам. Скажи пока. Вот так, пока. Пока. Ну, Маша. Занят. Все.